Привет, друзья! В сегодняшнем моем видео будет обзор вот на такой замечательный аксессуар. Это летняя сумка. Она у нас представлена в текущем каталоге номер 6. Драйвер каталога, то есть с большой скидкой ее можно приобрести при заказе на 999 рублей из текущего каталога. Можно приобрести эту сумку по специальной цене 1199 рублей для зарегистрированных партнеров бренда Oriflame, то есть консультантов. Она у нас выходит 959 рублей всего вместо 1199. Это цена каталога. Так вот, вопрос, брать ее или не брать, я сейчас посмотрю, а вы уже сами решайте. Вот так она выглядит у нас на картинке. И вот так она пришла ко мне в заказе. Вот она, большая сумочка, упакована. Сейчас мы ее с вами откроем и разглядим в деталях. Размеры у нее 38 на 38. Согласитесь, внушительные, хорошие размеры для сумки-холодильника. Вообще, это сумка-холодильник 2 в 1. Итак, вот она. Вот так она выглядит. Сейчас мы ее с вами расправим. Очень, начнем с удобных ручек. Вот мне нравится вот такая вот штучка на ручках. А когда ее снимаешь, вот они, ручки отдельные. Но очень удобно, когда они вот так вот, когда несешь, раз, и все. Вот взял, и они все упакованы. Мне вот это очень нравится, как бы стилистика спортивных сумок. Мне очень нравится такая застежка. Здесь у нас сетка, прозрачная сетка, карманчик. Причем карманчик, который можно что-либо положить. Видите, здесь тоже сетка. Он вот, все. Нижнее отделение у нас идет. Нижнее сам холодильник. Удобно тем, что вот, да, два отделения. Верхнее отделение можно все для пикника положить. Вообще такая походная сумка, знаете, не только на пикник. Просто пошли с детьми там в парк отдыхать летом. Набрали там игрушек или вещи их необходимые. Ну, то есть все, что вот нужно для отдыха, пошли, очень удобно. А нижнее, это вот как раз-таки это отделение холодильник. И что самое хорошо, что если сюда мы поставим с вами сок, там водичку питьевую, она быстро нагреется в теплое время года. А холодильник-то как раз у нас и защищает от того, чтобы напитки у нас не стали горячими, то есть они остаются прохладными. И давайте мы его посмотрим, как он у нас выглядит, отделение. Это оно на замочке, здесь вот такой замочек идет, открывается, вот оно, так, сейчас по кругу открывается, и вот он, холодильник. Что у нас здесь мы имеем? Вместительный холодильник, сразу скажу, хороший. 18 сантиметров, вот эта высота самого холодильничка. Здесь у нас большое отделение тоже, сетчатое. Что можно положить? Ну, да хоть что можно положить. И сам, собственно говоря, холодильничек. Все, вот она, термосумка, холодильник. Также она застегивается. Молния удобная, очень удобно, он большой. Большая штучка. И давайте здесь мы посмотрим, как же выглядит она внутри. Вот она. Вот так она внутри выглядит. Большая сумочка. Видите? Большая. Здесь сеточка. Сетка прозрачная. То есть можно ее и на плечо повешать. Видите? Вот она на плече. Сумка на плече. Довольно-таки, видите, вместительная она. Большого размера, хорошего. Здесь внутренний карманчик. Вот красивый летний принт у этой сумки. В общем, если думали до этого видео, то, думаю, сейчас я вас убедила, что вот такая вот сумка, она удобна. Она удобна, чтобы выйти в парк, поехать на пикник, взять ее, на плечо повешать. В общем, в хозяйстве она очень даже хорошо. Особенно если есть дети,
набрал сюда, и отдельно еда, чтобы не все вместе вперемешку было, здесь какие-то вещи, салфетки, там вещи, игрушки детские, а здесь как раз таки второй отсек, который холодильник, это холодильник, термосумка, здесь как раз таки еда, чтобы можно было подольше погулять на теплом воздушке в теплые дни, и, пожалуйста, прохладительные напитки, которые не будут горячими. То есть они не согреются, а будут прохладными. Надеюсь, я вас убедила. Обратите внимание на это предложение в каталоге. Это новинка, очень удобная новинка, я считаю. Я не пожалела, что я ее купила. С удовольствием буду ее использовать летом. Поэтому покупайте, пока есть возможность такая. Если кто еще думает, у кого нету дисконта, напишите мне в комментариях, я вам обязательно помогу его оформить, и вы успеете до конца этого каталога, пока идет вот эта сумочка по такой бросовой цене, и пока она у нас в продаже, а в каталоге, успеете еще купить, потому что осталось еще 2 недели. Пишите, не стесняйтесь, помогу. Все, традиционно я вас прошу, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь моим видео со своими друзьями, партнерами по бизнесу, в своих группах. Все, до новых полезных видео, обзоров.